Вот у нас необычная, поэтому елка у нас тоже необычная. Это такой, скажем, совместный проект власти и частного бизнеса. Интересное, но самое главное, что она привлекла к себе внимание еще до того, как была построена. И значит, люди начали думать о новогодних праздниках и испытывать какие-то радостные эмоции даже еще до того, как увидели эту елку. Поэтому с нашей точки зрения все получилось. Александру, конечно, большое спасибо. Я думаю, что это не последний пример хороших дел, которые он делает. Спасибо большое. Это единственная елка в Российской Федерации, у которой есть свой сайт, на который вы можете перейти и поздравить всех, всех горожан вот этого города. Такого еще никто не делал.